Всем привет! С вами Наталья на своем канале Сад и Огород круглый год. И сегодня я хочу показать вам перец, который уже показывала в прошлом году, но на столе. Это перец Леся. Какой он шикарный, красивый. А в этом году хочу показать вам сами кусты. Хотя, честно говоря, этот год не совсем удачный. Почему? Потому что у нас совершенно нет дождей. Вот лето прошло, был один небольшой дождик. Поэтому вот эти вот перцы влаги не видели. Но несмотря ни на что, посмотрите, какое изобилие самих перчиц. Видите, красивый перец, толстостенный, на кустах завязывается много. Ну, если бы, конечно, еще полив им обеспечить и ну, хороший, как сказать, уход здесь был хороший, но вот дождей не было. Очень жалко. Вот я вам сейчас сорву перчик, видите, и покажу, какой он в середине. Это очень толстостенный перец и очень такой вот ароматный, перечный. Вы знаете, у каждого перца есть свой запах и вкус. Так вот, Леся, он очень вкусный перец. Если вам надо ну, не фаршировать, потому что он слишком толстостенный, но для салата отменный. Если мы закатываем в банки, печем, перец просто отличный. Если увидите семена, обязательно купите сорт Леся. Это сорт, это не гибрид. Обильно плодоносит, засухоустойчивый, потому что есть другие сорта, которые эту жару просто не выдержали. А Леся выдерживает жару, и вот при этих наших условиях в этом году все равно он дал хороший урожай. Обязательно купите этот сорт. Ну что ж, с вами была Наталья, всем пока!